Следующая серия, третий дубль. Кафе красоты The Beauty. Татьяна Салмановна, Макту, Сайфудин. Это я. В общем, жарю себе картошечку с лучком, с чесночком. Сейчас уже будет все готово. Сейчас буду кушать. Сковородочку помыла. Вот такие вот дела. Да, сериал «Кафе красоты The Beauty». 6 часов утра, 51 минута, 1 марта. Ох, да, 1 марта, день весны. Так что вот. 2021 год. В общем, изучаем. Учусь в школе очарования. В общем, выписала, знаете, на Фейсбуке, ну там предыдущую серию смотрите. Я там, это школа очарования, и в общем там на этой Фейсбук-странице школа очарования. В общем, такая интересная информация, которую я себе выписала на мой, так скажем, решила отправить Василию Ильяновичу себе тоже на, так скажем, мой email. На мой email, вот, ну, чтобы сохранить информацию. Как ты ощущаешь радость? Внутреннее волнительное состояние наполненности, легкости, легкостью и свечением. Исследуй это, поделись. Что наполняет тебя радостью во внешнем проявлении? Что надо делать, кушать, покупать? Раскрою свою шкатулку счастья и расскажу о некоторых своих инструментах. Их можно так... Их много так, что только что вспомню, только то, что вспомню сейчас. Значит так, когда мне внутри не радостно, я иду во внешний мир за наполнением. Когда мне внутри не радостно, я иду во внешний мир за наполнением. Меня наполняет океан, солнечные фрукты. Солнце, воздух, вода, горы, рисовые поля, мои лучшие друзья. Спа, массажи, мастера, обладающие дарами ясночувствования. Горячий шоколад, французские наполеончики, пенка с капучино. Вот. Разговор с мужем приносит ясность, гармонию из сердца. Вновь раскрывается в любви. Разговор по душам с подругой. Отзывы благодарности и благословения от женщин из нашего храма любви. Это даже не просто там школа очарования, а уже храм любви у нее. Храм любви и школа женского очарования. Это информация из храма любви, храм любви и школа женского очарования. Погулять по бутикам, трогать руками шелк, хлопок, лен, примерять платья, эфирные масла, сидеть на траве, на песке. И когда восстанавливаюсь, то иду внутрь себя, раскрываю источник бесконечной радости, женской оргазмичной энергии во мне. Женской оргазмичной энергии во мне. Так что вот, вы там читаете, у нее это на Facebook или странице написано. Мои волшебные медитации и ритуалы со стихиями включают внутренний ресурс и радость, вновь изливается из меня. Глубокая благодарность захватывает каждую клеточку и начинает восхвалять Бога, Вселенную, себя, мужа, маму, папу, друзей, учителей, незнакомцев рядом. Хочется жить вечно, хочется любить больше, чтобы сердце распахнулось и вдохнуло, выдохнуло поток радости жизни. Так что вот. Как написано, шикарно, правда? 6 часов 55 минут. В общем, отправляю. Отправляю на два имейла этот текст. Картошечку жарю. Она уже практически готова, картошечка. Почистила. Картошечку я достала из моего холодильничка. Thank you.
продолжаем. Мы продолжаем с вами волшебно учиться в школе очарования, ну, вернее, я. Это мой сериал. Я продолжаю волшебно учиться в школе очарования, этим сломанным акту.